В день города 18 июля также чествовали и выдающихся жителей областной столицы. Почетные грамоты благодарности губернатора за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Верхней Волжии получили тверские ученые, педагоги, медики и работники сферы производства. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Обладатели региональных грамот и благодарности отдали своей профессии не один десяток лет. Это медики, учителя и ученые. Орнитолог Андрей Зиновьев, доктор биологических наук, не скрывает радости, что его труд не остался незамеченным. Ведь каждая грамота для него цена и своего рода мотивация двигаться дальше. Грамота я бы сравнил с фотографией. Вот когда вы смотрите фотографии, вы вспоминаете не только сам момент этой фотографии, но и все, что с ней связано, с людьми, которые на ней находятся, так и грамота. На ней написано, за какие достижения. Когда вы ее просматриваете потом, вы вспоминаете вот те самые ваши действия, которые привели к получению этой грамоты. Учитель химии 12-й гимназии Светлана Иванова, педагог в пятом поколении, удостоена благодарности губернатора. Работает в школе 20 лет. Говорит, что ни разу не пожалела о своем выборе, ведь это работа по любви, а не по расчету, признается педагог. Любви к тому, что ты делаешь, и, конечно же, к детям. Они нас учат, на самом деле, гораздо большему, чем мы. Поэтому оставаться на волне вот этой современной жизни, не потеряться, не уйти в рутину, можно только благодаря этой профессии. Это та профессия, в которую ты идешь, чтобы оставаться вечно молодым, чтобы быть всегда энергичным, заряженным. Слова благодарности прозвучали от главы региона. Губернатор подчеркнул, что во все времена с Тверской землей были связаны имена выдающихся государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, воинов, которые стали примером для своих потомков. К этим словам присоединилась и руководитель регионального штаба волонтеров Юлия Саранова. Радость, которая живет в нашем сердце, она будет давать нам силы и делать что-то важное для своего города, достигать успеха в том деле, которым мы занимаемся. Ну и, конечно же, делиться этой радостью с окружающими. Вручение наград День города жителям за достижения стало уже традицией. Награждаемые, в свою очередь, отметили, что испытывают особую гордость, получая грамоты и благодарности в такой праздник.